Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И меня часто спрашивают, как я стала такой популярной. И ответ один. Я просто снимаю по своим туториалам. Хотите стать популярными? Снимайте такие же видео, и вам точно придет популярность. А сегодня я вам расскажу про очень классный эффект разделения себя пополам. Скажите, очень круто. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Like или TikTok, где мы снимем наши видео, или обычная камера. И программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Включаем видео и снимаем, что мы идем в разные стороны. Главное, так, чтобы наши руки были подняты, потому что потом они уберутся вместе с ногами, и будет видно переход. Ну и будет некрасиво. Идем в одну сторону, а потом в другую. Руки я вот так поджала, и теперь показываю класс. Вот и все, а теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 9×16, нажимаем мультмедиа, все, и добавляем наше видео, которое мы сняли, вот оно. И теперь обрезаем там, где я закажу и показываю класс. Ну вот, где-то здесь. Разрежем. И также обрежем в том месте, там, где меня не видно, я начинаю выходить. Вот здесь. Удаляем вначале ненужную часть. И теперь ищем там, где я выхожу с другой стороны. И останавливаюсь где-то в том месте, там, где я показывала класс. Вот так подрежем. И вот здесь тоже разрежем. Там, где примерно я показывала класс. Ну вот, где-то здесь. Разрежем и удалим в конце ненужную часть. Теперь нажимаем на три точечки и дублировать как слой. И теперь наш слой подвигаем на начало. Ну вот, где-то вот сюда. Удалим наше видео, которое мы продублировали как слой. Теперь выделяем наш слой и нажимаем обрезка. Обрезаем нас до половины. Но сначала увеличим наше видео до нужного размера. А теперь обрезаем. Ну, у нас вот здесь как-то получается не очень красиво, обрывисто. Поэтому мы наш слой продлим до начала. Ну, тут тоже как-то не очень. Поэтому еще больше продлим. Вот здесь. Может быть, даже еще больше. Ну, это мы подстраиваем. Я решила до самого начала. Вот мои ноги вот так идут, а потом возвращаются. И получается очень прикольно. И можно немножко увеличить там, где я показываю класс, потому что это особо не видно. И как раз, когда я показываю класс, я ухожу. Так и сделаем. Мне все нравится, поэтому нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить». И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео, а когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.